Одна из сторон треугольника равна А. Прилежащие к ней углы равны 45 и 60 градусов. Найдите высоту треугольника, приведенной к данной стороне. Для начала сделаем рисунок. Запишем дано. Сторона АС равна А. БТ перпендикулярна АС. Угол БАС равен 45 градусов. Угол БЦА 60. Найти высоту. БТ неизвестно. Для удобства ведем переменные. Пусть БТ равняется H. Рассмотрим треугольник АБТ и напишем тангенс угла А. Тангенс в прямоугольном треугольнике – это отношение противолежащего катета на прилежащий. В нашем случае противолежащий катет – это БТ, прилежащий катет – АТ. Выразим отсюда АТ. Тогда у нас получается, что АТ равняется БТ разделить на тангенс угла А. Преобразовываем далее. БТ мы обозначили через H разделить на тангенс угла А. Угол А это 45 градусов. Преобразовываем далее. Тогда у нас получается, что АТ равняется H разделить на тангенс 45. Тангенс 45 равен 1. Тогда отсюда следует, что АТ равно также H. Рассмотрим сторону АС. Сторона АС будет равняться сумме длин двух отрезков. АТ плюс ТС. Выразим отсюда ТС. Тогда у нас получается, что ТС равняется АС минус АТ. Подставим сюда наше обозначение. АС по условию равняется А минус АТ. АТ мы доказали, что равняется H. Рассмотрим треугольник БТС и напишем тангенс угла С. Тангенс – это отношение противолежащего катета на прилежащий. В нашем случае БТ на ТС. Подставим сюда наше обозначение. Тогда у нас получается тангенс угла С. Угол С – это 60 градусов. Все это равняется. БТ мы обозначили через H. ТС мы ранее получили. Это А минус H. Преобразовываем далее. Тангенс 60 – это табличная величина. Она равна корень из 3. Тогда у нас получается корень из 3 равняется h, деленное на а, минус h. Избавимся от дробей. Тогда у нас получается корень из 3 умножить на скобку а минус h, и все это равняется h. Преобразуем, раскроем скобки. Тогда у нас получается а корней от 3 минус h корней от 3, и все это равняется h. Перенесем слагаемое с h в одну сторону, вправо. Тогда у нас получается а корней из 3 равняется h плюс h корней из 3. Вынесем общий множитель справа, h. Тогда у нас получается h умножить на скобку 1 плюс корень из 3. И все это равняется а корней из 3. Выразим отсюда высоту h. Тогда высота h равняется а корней из 3, знаменатель. 1 плюс корень из 3. Избавимся от рациональности. Для этого домножим все наше выражение на дробь. Корень из 3 минус 1. Знаменатель корень из 3 минус 1. Таким образом мы домножили нашу дробь на 1. После домножения у нас получается а корней из 3 умножить на скобку корень из 3 минус 1. В знаменателе мы видим разницу квадратов. Воспользуемся формулой, у нас получается квадрат первого – это 3, минус квадрат второго – это 1. Преобразовываем далее. А корней из 3 умножить на скобку корень из 3 минус 1, знаменатель 2. Еще раз преобразуем, внесем корень из 3 в наши скобки. Тогда высота h равняется а умножить на скобку 3 минус корень из 3, знаменатель 2. Запишем ответ. Высота bt равная h равняется а умножить на скобку 3 минус корень от 3, знаменатель 2. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.